Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Тренировка, ну что, на сегодня Сунь Укун у нас должен прокачаться. Ведь так? Конечно, конечно же так. Где ты? Так, он, по-моему, в Нефритовой долине, вот он. Вот он, ребятушки. Четвертую звездочку он получает. Наконец-то, блин, долго я к этому шел. Теперь нужно еще 1000 карточек получить. Где это 1000, не знаем. Но я могу сказать тебе одно, что теперь он может спокойно у меня находиться в отряде. Вот только в какой бы отряд его поставить? В какой бы отряд его поставить? Давай подумаем. Вот сюда я его, наверное, поставлю. Вместо зомби с надгробием. Так, Сунь-кун, ты где у нас находишься? Чё-то я тебе тут... Чё-то я его не вижу, ребята. А чё такое? Где он? Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Пом-пом-пом-пом. Здесь я его не вижу. Тюк-тюк-тюк-тюк. Вот он. Подожди, а почему... А, так он же... Тьфу ты. С этого отряда я его должен тоже же исключить. С этого отряда исключаем. Ставим сюда... А кого на прокачку нам поставить? Следующего, а? Кто у нас еще не по максималке? По-моему, робот, да? Хилбот. Хилбот, у тебя... Нет, хилбот-то у нас как раз-то... прокачанный. А теперь еще и по максималке. А кто же тогда? Ну-ка, давай зайдем сюда, посмотрим. У нас здесь все, у нежити. У нежити кто не прокачан? Я вижу, вот призрак не прокачанный, например. Жнец. Угу. Давай-ка я, наверное... Так, этого мы уберем. Хилбота. А поставим когтистого. Так, он где у меня находится-то? Вот он. Вот, пускай тренируются себе спокойненько. Сразу же их отправляем на тренировку этот отряд, чтобы не забыть. Вот так вот. Пускай себе спокойненько занимается. В этот отряд я добавляю Сунь-Укун. Вот так-то. Хе-хе. Так, квесты. Запрашиваем здесь награду. Так, зайдем в ежедневное испытание, посмотрим. Ведьма. Ну, ведьма, ребят, у нас прокачана по фулке, поэтому я не пойду туда. Так, заберем награду на арене. 15 привидений. И плюс... Ага. Вот, высшая награда. Бог ветра. Вот это хорошо. Бог ветра у меня не прокачанный, далеко не прокачанный, поэтому он нам пригодится. Ну что, берем, как всегда, этот отряд. И фехтовальщика, естественно, сразу же отправляем рубить наших противников в мясо, в крошку, в труху. Просто-напросто, понимаешь? Побежал, побежал голодранец. Зомби в рубашке вышел этот. Голем, на тебе. Получи, распишись. Вот и все. Коротко и быстро. Квест завершен, завоеватель. Давай сюда тогда награду, раз квест завершен. Наконец-то. Так, ну что, ребята, а мы переходим плавненько на основную сюжетку. Мы остановились с вами в долине подданных. Так, здесь у них магистр кислых щей, тут у них паладин. Ага, паладин, грифон. Давай, давай попробуем. Я думаю, что Сунь-Укун здесь будет вообще топчик. Тем более он не такой дорогой, 200 энергии стоит. И насколько я помню, он бьет своим посохом всех, да? Кто попадает в зону именно поражения его посоха.
Так, ну тут вышел голем первым. Ну, голем, то есть паладин. Мы сделаем тогда так. И сунь уклон, пускай идет. Так, мага, мага сразу прижучили. Да. У врага, по-моему, вообще шансов нету здесь на победу. Слушай, хорошие обезьянки. Очень хорошие, очень классно бомбят, мне нравится. Так, ну что, переходим на последний этап. Здесь у нас будет... Вот как ты думаешь, мы сможем справиться со своими силами без топовой нашей команды? Ну, я не спорю, ребят, конечно, мощный здесь этот... как его там, пристав, да? Ну, куда ты бежишь? Сможем мы его подвести сразу же или нет? Смогли. Так, я могу призвать уже богиню. Богиню солнца. Да ты заколебал уже со своим этим. Так, я вызываю богиню солнца и... Давай, наверное, Сунь-Укуна позовем. Посохом по репе получил. Голодранец, супостат. Смотри, вот это мне нравится. На! Заморозка. Я не понял, а кто... А кто его оглушил? Да, ну тут все, ребят, тут... Распетрушили. Блин, крутой Сунь-Укун. Вообще крутой чувак. Я представляю, когда он на пятой прокачке будет, что он там будет вытворять. Так, ну что, мы двигаемся дальше, забираем награду. Здесь сундук подданный. Это все у нас прокачанное. Охотник за сокровищами. И переходим плавно уже в нефритовую долину. Ё-моё, тигр плюс... Плюс копейщик этот маленький, да? Если я, например... Блин, этот отряд не особо хорош. А я так понимаю, здесь будет Ронин, да? Здесь тигр с Ронином, скорее всего, пойдет. Как я ненавижу эту команду, а? Ну! Наконец-то. Давай, кроши их в мясо. Он решил меня достать, что ли, сегодня этими? На тебе джиггернаута. Все, притух сразу же. Блин. Клетка, 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 созревай быстрее. Отправляем, на. Пускай все стоят там и думают. Это из-под тишка там шпарит, а? Ты посмотри. Джиггернаут, давай. По красоте, ребят, по красоте пусть идет все. Ну, давай-давай-давай, пробиваем. Есть. Трам-тарарым, просто разнесли замок. Так, квесты мы тут, ага. Забрали. И двигаемся далее. Тут тигр, ну... Блин, тут, понимаешь, тут пес храмовый этот появляется. Если он будет вместе с копейщиком выходить, ну как бы они оба недорогих юнита и быстро очень будут появляться здесь. Поэтому, наверное, делать будем так. Хотя может сейчас и тигра позвать. Пока тишина, что-то там делает. Ну вот такую вот он, ребят, выбрал тактику. Угу. Замечательно. Пока все очень даже неплохо.
уничтожили. Так, не стал он там делать предсмертный этот хрип свой. Ну, я думаю, что замку все. Замку крышка здесь. Еще одна очередная наша победа. Так, смотрим. Так и есть, ребята. С Ронином, да? Твою налево. Как же меня Ронин, блин, ну... Чё, с ползуном брать? Так, что ли, если? Ползун же сразу же, по-моему, уничтожает, да? Проверим сейчас заодно. Нет, не сразу же. Хэйч! На, по башке. Так, тигр, успокойся. Что сейчас? Это что сейчас было? Я что-то не понял. А, это он так уходит, да? Да ты заколебал-то, а? Выбежал. Ай, блин, он выбежал и Суникуному по башке этому Ронину посохом. Нормально. Так, здесь кто у нас? О, здесь уже ниндзя. Здесь нету Ронина, поэтому я могу немножко здесь расслабиться, так сказать. Но здесь зато есть ниндзя. Если я возьму этот отряд. А, блин, тут грифон. Топовый, как бы неохота тратить. Давай, наверное, попробуем этим отрядом. Блин, тигр всю малину портит. Тем более, я знаю, какой у него тигр. Он постоянно выкидывает эту свою душу огненную. Ярость, гнев, я не знаю, как это назвать. Ну, если мы, конечно, успеем накопить на нашу друидку, тут сразу дела пойдут в гору. Да-да-да-да-да, вышел тигр. А следом он ниндзю позовет, да? Естественно. А мы тоже в долгу не остались. Пока этот там соображал, что сделать, его просто взяли и разбомбили. Вот и все. Ну-ка, попробуйте-ка пробить. Ничего у вас не выйдет. А-а. Иди сюда. Стоит там. Пускает свои сюрикенчики. Ну, друидка уже на подходе. Сейчас пойдут дела в гору. Ну куда, кто тебя напугал? Этот пес вшивый, что тебя напугал, блин. Точно? Этот никчемный пес тебе просто напугал. Ну все, уже пошел урон по замку. Так что лучше бы он сдался бы. Замечательно. Ну что, здесь тоже неплохо мы отвоевали. И последний этап. У нас тут богиня солнца. Богиня солнца. Я возьму, наверное, топовый наш отряд. А, нет. Нет, так дело не пойдет. Прикинь, богиня солнца против богини солнца. Что это будет? И как это будет? Че, Ронин не побежит у тебя? Побежит. Как же он не побежит?
Как же, ребята, он не побежит-то? Хайкнешь потом где-нибудь, в туалете. Хайкает он мне. Давай, я вызвал, ребят, богиню. И он тоже, кстати, ее вызвал. Шикарно, пока... О! Быстро мы завалили. Моя богинька будет круче. Этих просто всех в расход. Да, на санцепёке там, конечно, никто не устоит. Ой, все, как интересно и круто получается, ребят. Мне нравится, когда Суникун вот так вот встает. Тот же самый Ронин его просто не может достать на этом посохе. Вот и все. Потому что он как бы на возвышенность встает. Ну что, сундук Нефритовой Империи. Что нам здесь выпадет? Вот так вот. Захватчики. Захватчики собственной персоны здесь у нас. Сейчас будем дурить их. Как раз у нас здесь ползун есть. Пришелец любит там прихватывать лишнее, так скажем. Вот как раз пускай захватывает нашего этого ползуна. Блин. Ать. Ать. Дело дрянь. Вопрос на засыпку. Оп, забрал? Забрал. Вопрос на засыпку. Почему Суникуна в тот раз подбили? Вот в первый раз, когда я его вызвал. Я что-то не понял. Как вы успели пробить-то? Вроде там голем как бы стоял на первой линии, а погиб Суникун. Интересно. Так вот это мне нравится, как он стоит. На! Он еще когда бьет, он оглушает противника, прикинь. Он этим посохом оглушает противника. Там, на какие-то секунды, но это все равно приятно. Так, ну что, у нас... ну давай вот этот отряд возьмем. Тут воблер у них будет, да, против нас. Воблер тоже, конечно, своими батарангами этими пробивает и воздушные, и наземные цели. То есть он бросает их вперед, и они бомбят очень. Как бы неприятная такая фигня. Так, пришелец пролетел в холостую. Так, ну здесь нам... Блин, сейчас же похитят. Нет, он не успел. Сила притяжения нам помогла здесь. А, видишь, что делает? Причем такой урон существенный довольно наносит. Хоть сам по себе он и ватный. Этот воблер. Воблер ватный, но атака у него серьезная. О, ускоряка. Все, сопротивление бесполезно. Да, под ускорением, конечно, прожигаем люто мы противника. Ну что, переходим дальше. У нас тут слизень-морпех. Сам по себе, опять же, ватный этот слизень. Но за счет своей вот этой вот мощной атаки, массового поражения, он, конечно... Неприятный, неприятный типок. То есть сзади, например, танков уже не отсидеться. Так что будем сейчас... Блин, вот, вот смотри, вот сейчас вот будет бомбить, и видишь, все получают урон. О, он еще и тырит.
Давай, ребята, жгем. Ураган. Все, пускай следит, думает там над своим поведением. Оп, заморозочку. Холостую потратили. Нормально, все, прожгли. И добили. Красиво. Красивый результат, красивый, ребята, итог. И двигаемся дальше. У нас последняя энергия на этом отряде. Ага. Вот и у него появился слизень, который будет нас доколупывать. Как тут сделать-то лучше? Так. Теперь всадничка, блин. Да блин, он же сейчас похитит. Все, здесь. Эх, молотильщик, в холостую ты потратил, конечно, свой этот свою способность выпуск пилы. Да отвали ты, паршивец, как ты меня достал уже, мелкий, а, воришка. Ну, последние удары. Все, в дрибадан. Ну что, у нас последний поединок здесь будет. Смотрим. Я помню, здесь тактика будет, по-моему, хитрая очень. Поэтому, где у меня есть... Сейчас, секундочку. Хм. Фехтовальщик. Там надо будет сразу делать. Потому что там полетит пришелец, насколько помню, и сразу же слизень. Твою налево. Пришелец и сразу же слизень. Да, тут как-то сейчас, ребят, я не знаю. Сейчас посмотрим, кто тут быстрее. Ага, все сработало. Вот это самая первая атака была такая подлинненькая. А потом будет все намного проще. Клетка. Тюк. И все. И отдыхает парень. Я даже не успел ничего сделать. Да они сейчас вдвоем тут раздеребанят ему. Блин. Чего? Чего? Да ты закли... Да баллиста ты... Смотри, что вытворяет? Чучело-то это. Эй! Да вы убейте вы этого... Все, клетка полетела. Есть. Я в шоке немножко сейчас был. Вот такой вот этот лорд пустоты, ребят. Вы что думаете, что я просто так вам говорю? Шуточки хихикаю. Нет, не шуточки. Видел у него радиус притяжения его вот этой вот ловушки, которую он бросает? Да. Так, 9 карточек лорда пустоты. Остальное все у нас прокачано. Следующая территория — это территория нежити. Ну, в принципе, можем начать с этого отряда. Ну что тут, голем и банши, да, получается у нас. Блин, он вызвал голема. Блин, мне нужно срочно.
Окей. Только не надо глушить. Есть. Глушит. Вот противно эта способность у банши глушить. Прям, ну, слов нету. Клетку выпустим туда. Окей. Есть. Ну, первый этап, понятное дело, быстро всегда проходится. Так, дальше что у нас тут? Прыгун. Ой-ой-ой, с прыгуном-то как быть-то? Блин, прыгун-то плохо. Прыгун-то всегда, ребята, плохо. Отлично, Ронин. Руби, 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 руби. И этой банши, правильно, так ей. Ну где твой прыгун-то, ё-моё, я же знаю, что он видит. Я уже был к этому готов. Блин! Я успел, ребят, я вызвал прыгуна. Ёк-макарёк, а. Он не успел нанести, нет. Не успел нанести удар. Ядрён матрён. Просто чудом повезло. Так, я что-то просмотрел, кто там. Из противников-то у нас будет. Что-то в спешке. Нет, ну только не когтистый, блин. Ай-яй-яй, да тут даже это не поможет мне. Только так если делать. Так, я же знаю, что прыгун должен появиться. Что-то он вообще тут есть у них? Ускоряху. Все, отлично. Пройдем. Как эта гора похожа на Кинг-Конга. Сзади было. Так, следующий уровень. Предпоследний. Здесь прыгун есть. Служитель тьмы плюс голем. Ну и, соответственно, банши. То есть такая командочка, да? Выдающихся джентльменов, блин. Запустим Ронина. Отлично. Главное, чтобы он сейчас не сделал свой прыжок там. Не, он сделал, но без ускорения. И это хорошо. Ронин спокойно справился с големом. Офигеть. Давай, 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 давай. Запиливаем. Вот и прыгун. Захотел чего, а? Захотел он меня пробить. Не тут-то было. Я перестраховался. В последний момент. Двигаемся дальше. Тут босс. Босс, старый воин. Ну окей, пускай будет старый воин. Будем ждать. Может быть, успеем накопить на ведьмочку на нашу. Да как ты меня бесишь. Он выпускает, видишь, он как делает. Он хитро делает. Он выпускает танка следом, естественно. Выпускает крикушу свою эту. На тебе. А мы вот так тогда сделаем. Ну и шикарно. Так, служитель тьмы пришел. Е-е-е.
служитель тьмы отдупляется, само собой. О, все. Блин, выполз. Кто бы мог подумать, что этот дед старый успеет выползти еще. Под лучи попал лазерные. Замечательно. Так, ну что, забираем нашу награду. Сундук нежити. Все это прокачано. И у нас Нефритовая долина. Это будет последняя локация. Так. Ронин. Блин. Ронин. Сейчас проиграю, наверное, ребят. Сейчас выпустит свою... А, нет. Е-е-е-е. Мой Ронин оказался посильнее. Ну, тут-то, конечно. Рубашим, рубашим, рубашим. Е. Пробили. Так, что у нас там дальше идет? Ронин, всадник и... Терракоша? Так, а у нас... У нас только вот это вот, одна энергия и все, что ли? Блин, ну я не знаю, если он сейчас будет тут ронинов выпускать... А чем я тут буду прикрываться-то? Этим, что ли, одним? Ну это полная фигня, ребят. Упс. К тому же это не вариант, блин. Я понял. Ай, баллиста. Давай. Да ну нафиг. Да ты заколебал, а. Да ёк, макарёк, ты посмотри, что вытворяется-то там. А не слишком ли много-то? Они что там, они отхиливаются, ребят. Заморозка плюс клетка, отлично. Отлично. Успел как-то, чудом каким-то, ребят, успел просто... Забомбашить и выжить здесь. Такой прессинг там пошел, ну ты видел же. С двумя баллистами, конечно, теперь дела пойдут в гору у нас просто. Пускай там хоть ханькает, хоть что теперь делает. Это уже им не поможет. Все. Тотальное уничтожение. Фьюх. Шикарно. Так, а что, у нас больше действительно энергии нету? Нигде, нигде, ребята, нету. Всю отыграл. Так, ну я могу, знаешь, что сделать? Я могу вот этим вот отрядом пойти и... в арену сыграть. Да? Просто потратить все полностью, да и все. Кого здесь выпустить-то? Да, я думаю, хищница будет достаточно здесь. Чуф-чуф-чуф-чуф бежит. Чуф-чуф. Ой, недостаточно оказалось. Да что ты такой хищнец слабенький-то, ёк-макарёк. Да. Хищнец вообще, по ходу дела, слабый у нас. Ну все, друзья мои. Ну какой у тебя уровень-то хоть? 13-й, понятное дело. Качнись хоть чуткарика-то. А то уж прям смешно смотреть на него. Вот так вот. Совсем другое дело. Запрос сделать подарки всем. Собрать все. Так, ну что, друзья мои,
На этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!